Всем привет, меня зовут Александр Меркуль, и вы смотрите YouTube-канал «Меркуль». Совсем скоро вы начнете смотреть 30-й выпуск импровизации с залом. Уже 30-й, представьте, уже 30-й выпуск. Мы дошли уже до 30-го выпуска. И, как всегда, перед юбилейными выпусками я появляюсь вот в такой роли небольшой перед началом просмотра. Хотел бы сказать, что мы находимся уже в новой студии. Соответственно, наш проект растет. Спасибо большое, что подписаны. Хотелось поблагодарить. Спасибо большое, что подписаны. Кто смотрит без подписки, обязательно подписывайтесь на канал. Для нас это важно. Оставляйте свои комментарии, пишите весь негатив, который у вас накопился. Если вам что-то случилось в семье, жена не дает, муж алкаш, и вы хотите выплеснуть весь негатив, пожалуйста, выплескивайте это на меня. Я с удовольствием почитаю, напишу, что у вас все будет хорошо. Спасибо большое, да, что вы есть. Спасибо за лайки, спасибо за дизлайки, спасибо за комментарии. Выпуск, кстати, 30-й импровизации будет с большого импровизационного концерта, который был в Алмате, бэкстейдж которого вы можете посмотреть буквально на этом же канале, видео предыдущее. Поэтому вот то, что вы смотрели, вот это масштабное 800 человек, вот сейчас будете наслаждаться уже выпуском. Небольшие анонсы, которые вас ждут на этом YouTube-канале в новом сезоне, а осень — это новый телевизионный и ютубный сезон. Что вас ждет? Это импровизация с залом, ток-шоу. Мы наконец-то записали ток-шоу. Те отрывки, которые вы смотрели с Аманом Тюлигеном в Инстаграме, теперь будут полноценные большие выпуски на Ютубе. Также Траст-подкаст вернется с новыми интересными гостями. Влоги из городов. Мы продолжаем их снимать, мы ездим по городам и делаем небольшие подсъемы, небольшие влоги. Они будут меняться по формату, но в целом будут такие же интересные. Они мне очень сильно нравятся. И Ярославу Миронову, который старается для вас, они тоже очень сильно нравятся. А также будет одно секретное шоу. Секретное шоу, потому что я его еще не начал снимать, поэтому оно секретное. Но в целом там шоу тоже с гостями. Я думаю, вам будет интересно его посмотреть. Оно не совсем юмористическое, но юмористическое в том числе. А также выйдут квартирники, которые мы снимаем. Уже было два, на этой неделе будет третий. И, в общем, выйдет 4 квартирника. Я думаю, каждый месяц до Нового года мы будем выпускать по квартирнику. Спасибо большое, что вы здесь. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на ТикТок. И никогда не отчаивайтесь, потому что мы... United. С вами был Саша. Приятного просмотра. Выпуск 30-й импровизации. Погнали. А как я не удивлен, что именно ты за пирожками пошел, честно. Я 40 минут держался. Выйдет, не выйдет? На, барайба, барайба, сразу. Самсу хочу, нереально! Джейенде, давай. Хавай. Брат, ешь, я тебя из вида не потерял. Ешь, ешь. Ты меня зовешь похавать? Да ты насрал пирожок, не надо. Хорошо, я тебе не доверяю. Клево, нет, давайте похлопаем. Молодец, молодец, пошел за пирожком. Давайте я нас посмотрю, Алматы. У кого на всякую херню есть 50 тысяч, давайте посмотрим. Вот это. Господи, ну ты вообще король, зеленая футболка. Чисто по-алматински, да, вообще? Гей под мефедроном, это классно. Я вообще толерантный человек.
Классно, не, клево. А поаплодируйте, пожалуйста, мужики, которые пришли со своими дамами, женами, подругами. Поаплодируйте, пожалуйста. Да. Да, пацаны, я знаю, что это не ваша нахрен инициатива сюда прийти. Жена на какого-то урода подписана, пришлось идти. Не, в целом, пацаны, вы кайфаните, пацаны. Бедные пацаны тоже кайфаните, в целом. Кайфаните все. Все, я вас всех люблю. Вот за двенашку сидят, как будто в автобусе едут, смотрите. Клево. Вау. Для вас это привычно. Вы их видите, когда на машине проезжаете мимо автобуса? Вот, они тоже в вас камень хотят кинуть сильно. Вот, там тоже ребята вообще, одна лежит вообще, думаю, за 12 тысяч обрати на меня внимание. Нет! Прыгай вниз. Нет. Нет, клево, клево. Пацаны, кайфаните, пацаны, пожалуйста, вы кайфаните. Мужики, не напрягайтесь, все нормально. Особенно за 50 тысяч вы вообще не напрягайтесь, я вас сильно люблю всех. Вам. Вас, ну, спасибо. А вот... благодарность. Низкий поклон. Я вам всем отправлю свои голые фотки, не переживай. Тебе в зеленой особенно. Ты как одевался? Как ты вот это выбрал? Ну реально. Ну вот из всего гардероба ты вот это говно взял, правильно? Всего. Еще мужики держат жену за руку и жену за руку. Ты один еще пришел, что ли? Мужики прям обозначают, она со мной вот здесь. Вот этот в зеленом не с нами, честно говоря. Вау. Ты один пришел? Да. Ампл да. Нет, что ты? Ты один пришел? Поэтому тебе никто не подсказал, как одеться, брат. Видишь, мужики все с женами их одевали долго, кропотливо. Каждого говорили, ты в своем черном говне ходишь, надень что-нибудь белое, правильно? Да. Да, вон пирожок же из-за жены за этим пирожком пошел, конечно. По нему видно, чертило еще тот. Не, я... А как тебя зовут? Данияр. Сколько тебе лет? 45. 45, Данияр. В таком говне не надо уже ходить. 45, да? Господи. Господи. Сейчас вы в автобусе даже чуть-чуть круче, чем он, понимаете? Вы там за пресс передавайте, вот кондуктор у вас кепки. Вот. Данияр, ты что, не женат? Женат. А жена недостойна смеяться или что? Почему ты сам пришел? Мог бы взять два билета по 25, прикинь? Какая ты тварь, Данияр. Ты взял один за 50. Не-не, я нету больше денег. Может, два за 25? Не-не, один за 50. Ты женат? Эта женщина знает об этом, что ты женат? Ты боишься? Ты в этой футболке ходишь? Ты как будто вообще ничего не боишься, брат, честно. Марафоне выдали? Вау, ты тот, из-за которого дороги перекрывают, правильно? Господи, у тебя есть 50 тысяч на билет, и ты ходишь в футболке с марафона, который выдали. Сейчас эти с автобуса, а я в Заре покупаю, ты понимаешь? Что ты сделал? Ты людям самооценку поднял, они там... Они сидели тихо, молча, кайфовали вообще. Думали, что это двинется вообще? Данияр, ты женат. Сколько лет? Нет, сколько лет ты женат? Я помню, что тебе 45. Баба-ягодка опять. 18 лет женат. Давайте похлопаем Данияру. 18 лет женат. Много детей? Четверо детей.
поэтому у тебя нет денег на футболку. Слушай, четверо детей. Твоей жене прям необходимо посмеяться было, честно говоря. Она уже лет 20 не смеялась, кажется. Она, наверное, только смеялась, когда увидела, что ты в футболке из марафона уходишь на концерт. Она говорит, ну это смешно, иди. Четверо детей, Даниэр. И эта женщина недостойна была билета? Даниэр! Ей не нравится это все? А детей рожать ты спрашивал, нравится это все? Даниэр. Ты предложил, она отказалась. Точно? Вот уже сомнения какие-то, Даниэр. Хочешь, ей позвоним и спросим? Мне кажется, она даже не в курсе, что ты на концерте. Честно, я думаю, что женщина, у которой четверо детей, честно, насрать, где ты ходишь вообще. Главное, чтобы Каспи перевод отправь мне, у меня... Я Wildberries скупила до конца. Я прошла Wildberries. Помнишь, я вчера была на Sub-Zero, сегодня Матаро я уже на Wildberries. Вау, девочки, вы реально, что вы делаете на Wildberries, реально? Что вы делаете? Даниэр, ты в курсе? Это футболка с Wildberries, так и правильно? Клево, четверо детей, сколько старшим? 15, сколько младшим? 7. Так вы в 8 лет уложились, четверо детей? Вы какой-то марафон бежали, что ли? Ты случайно не в этой футболке был, когда все... Раз-два года, ребеночек, готовься. Вау. Клево, Даниэр. Чем ты занимаешься? Сексом? Вряд ли. Чем еще? Ты 16 лет, брать, какой секс? Секс это для бедных. Это вот для автобусников вот этих. Для студентов там в конце, правильно? Секс это для кого? Мы, богатые люди, сексом не занимаемся. Что ты делаешь? Производство. Производство? Чего? Футболок для марафона. Силиконовые формы? Где ты берешь эскиз, Даниэр? Силиконовые формы для... Это типа посуда. Для декоративных изделий. Для декоративных? Силиконовые формы для декоративных... Мы ничего не подумали, Даниэр. Для изготовления... Бурин даже растерялся. Даниэр растерялся. Давайте ему похлопаем, Даниэр. Вы изготавливаете формы для декоративной леплины? Вау, это такая узкоспециализированная работа вообще. Это тебе только в Алмате, да, можешь таким заниматься? Я психолог, но работаю только с людьми, которые родились 12 апреля. Вот это... Это алматинская история. Я захожу в группу ВКонтакте, все рожденные 12 апреля. Делаю фильтр по... Клево, Даниэр, давайте похлопаем Даниэру. Спасибо, что ты здесь. Футболка говно, по мне. Мне всегда, знаете, интересно, кто, какие люди на концерт приходят. Я сейчас буду говорить возраст. Если вы попадаете в этот возраст, поаплодируйте, пожалуйста. Если вам от 18 до 25, похлопайте. Ты на первом ряду сидишь до 25? Как тебя зовут, красотка? Аружан. А чё так тихо, Аружан? Тебя кто-то ищет, Сань. Сколько тебе лет, Аружан? 22, Аружан! Аружан, 22 года. Есть 50 тысяч. Чё ты делаешь? Ты работаешь. Это очень хорошо. Кем? Лепнина. Курьером? Аудитор? Вау. Где? В Big Four? KPMG? Да? Вау. А что ты не на работе? Вы в субботу до часу работаете. А в KPMG уже кого ни попадя берут, да, вообще? А ты какой вуз закончила? Нархоз. Я же говорю, кого ни попадя. Не, я...
Нет, нет. Шучу. Наркоз классный, Даниэр. Ты где учился? Ты все знал, я понял. Клево, Аружан, молодец. Ты тоже одна пришла? Да, у меня есть престарелый мужичок. Хочешь пару? Футболки марафон. Эти сладкий Даниэр такой. Заички тебе. Ты-ты-ты-ты так. Нет. Спокойно. 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 Тихо. Аружан, 22 года. Ты 2002-го. Первого. Ну, это все поменяло, конечно. Извиняюсь. Значит, первого. Ты, значит, по знаку зодиака не овен уже, значит, не рыбы. Близнецы. Какой кошмар. Нет. Я бы на любой знак так сказал. Здесь молодой человек. Престарелый человек какой-нибудь. KPMG, ты в каком отделе? В аудите. Ты самый младший сотрудник. Ты закончила вот-вот нархоз. Ты 2 года уже там работаешь? Ты закончила нархоз 20 лет? В 23-м году. 2 года прошло с 23-го года. Аружан что-то знает. С 23-го года работает 2 года. Ага. Ты еще и аудитор, она умеет считать, пойми. Должна уметь считать. Но в KPMG насрать, умеешь ли ты считать. Главное, чтобы ты до часу был на работе. Я охренею, если она за пирожком пошла. Что это так вкусно ел? Она такая... За самсой! Аружан, все хорошо, не перезвай. Ну, неправильно считаешь, ничего страшного. Это все не важно. Ты училась и работала. Еще параллельно сидел в тюрьме. Это хорошо, Аружан. Ты большая молодец. Молодец. Ты пришла одна? Чё? Так? Просто? Ты сильная независимая? Это замечательно. Просто в первом ряду только ты и он сильные и независимые. Футболка, конечно, дерьмо какое-то. Я не могу. Обрати, никто не пришел в неоновой надписи. Это... Ты думал, мы свет отключим, чтобы ты светился? Как катафотик? Я тебе потом, Аружан, объясню, что такое катафотик. Ты не знаешь. Скорее всего... Это никогда фотографирует кошка. Нет. Даниэр точно знает все про катафоты, правильно? Я вижу. Ты пописила? Мужик пирожки дает, нет. Мне все хорошо. Все хорошо? А что ты в туалет одна пошла? Вы с подружками же ходите обычно. Надо было весь ряд потянуть. Пойдемте посым, он же толпе ничего не скажет. Хорошо. Автобус, у вас уже окна потеют. Нормально? Чуть-чуть. А что ты кондуктор кепку снял? Они как поймут, кто кондуктор? Ну-ка. Аружан. Клево, Аружан, давайте похлопаем. Спасибо, что ты здесь. Вон пацан в клетчатой рубашке, в кепке. Салам. Ты что, мать его, что ты так орешь? Сынули сейчас пообщаются, так удобно. Как зовут тебя? Ален? Клево, чем занимаешься? Уник? Во-первых, правильно, куник.
Аружан? Нет, ладно. Там молодой любитель куника. Эй, ты еще с кентами, да, пришел? Че? Вот эти все? Вы тоже, пацаны, заканчиваете куник? У вас какой-то закрытый клуб? Закрытый клуб окончательного кунилингуса. Маги и чародеи. Клево, Лен, какой уник ты заканчиваешь? КазГУ. Кто-то учился в КазГУ, похлопайте, пожалуйста. На кого ты учишься, Ален? Юрфак, юрист. Классно. Это ты молодец. Это клево. Вы все юристы, да, четвером? Нет? А вы что, пацаны? Дрочим. Нет. Что? Сколько тебе лет, Ален? 21. Вау. Ну, это уже, конечно, старый вариант для тебя. Мы не можем его смотреть. Тем более у нее год за два идет, мы же помним. Не, ну футболка говно какое-то. Тебе, брат, вообще с ним рядом приятно сидеть, нет? От него марафоном не воняет, нормально все? Не, нормально, Даньяр. Ты такой. Ален, у тебя есть девушка? Есть. Она ждет, когда ты закончишь. Давно вы вместе? 2 года. Значит, начали встречаться в 23-м, да? Ага! Вау, а мне говорят, у тебя подставные люди. Да нахера вообще? Я... Ноль смысла. Я еще и с нее 50 тысяч взял, чтобы вы понимали. Оленчик, сладкий кутенчик, как ты? Оленчик! 2 года встречаетесь, и чё? Как там? В 19 лет это же любовь, любовь, любовь. Круто. Круто, это вот так вот. Жениться планируешь? А? Чё, у тебя в горло что-то попало, брат? Кент подсуетился или что? Ален такой, да. Ты сам отсюда? Местный, местный. Хорошо, это хорошо. Девушка есть, значит, учишься в КазГУ на юриста. Пацаны, вы что, как с ним знакомы? Это клево. А рядом с тобой, брат, ты в костюме пришел? Ни хрена себе. Ты в 21 год решил сразу старым жить или что? Отдай костюм ему, а ты вот это неоновое говно передай. Отдай молодежи вообще. Тебя как зовут в костюме? Охранник супермаркета как? Амиран? Ты Амиран? Ты? Амиран, чем ты занимаешься? Амиран, ты продаешь технику? Какую? Технику ведения боя. Что ты продаешь? Какую тебе? Смартфоны, айфоны? Где? Женщина устала ждать. В мяще! А с женщинами постарше будут разговаривать вообще сегодня? Я что, на депиляцию ради оружан 22-летней ходила? Но ко мне отвечайте тоже! Смартфоны, айфоны где? Амиран! Онлайн? Онлайн. В Каспи, что ли? А что ты здесь сейчас Каспи Жума идет? Ты должен там на работе быть. Продавать. Не, клево, давайте похлопаем пацанам. Спасибо большое, что вы пришли. Так.
Куда, брат, не сидишь? Да ты лежишь, да, практически, ты уже все, да? Или ты геморрой проветриваешь? Что ты делаешь, так нормально? Даниар же сидит нормально, терпит, у него тут натирает все в джинсах. Сидит, терпит. Автобус? Вам вообще как? Почему тебе машете мне? Что? Я вам денег хрен дам вообще. Ой, ты какой-то вообще. Ты качаешься, брат? Да. Чё качаешь? Правую руку. Чё ты качаешь? Как тебя зовут? Баха? А полная? Бах, прикиньте. В честь композитора назвали. Всем говорю, я Баха. Бахтер. Бахыт. Ну ты сильно сократил свое имя, Баха. Просто ИТ мне напрягает в конце. Баха, говори, чтобы удобней. Баха. Чем занимаешься? Инструктор в тренажерном зале. Вау, Баха. В каком тренажерном зале? Royal Club. Это что-то крутое? Видишь, бедняки сразу оживились. Да, да, мы заходили в инсту, смотрели. Что-то очень крутое, что-то на дорогом там. Ты инструктор? В смысле, ты стоишь рядом с тренажером, объясняешь? Или ты персональный тренер еще? Персональный тренер, классно. Сколько стоит у тебя тренировочка? 113? Одна тренировка? Пошел ты нахер! 10 занятий за 113. А ты как эту сумму вывел? Ты в Сулпаке работал до этого? Мое занятие стоит 11 300. Ни больше, ни меньше. Раньше было 10 750. Сейчас чуть-чуть кризис, конечно, пришлось. Это руководство тебе сказало? А, ты такой, да, инструктор? Чуть-чуть черт, это не страшно. Сколько тебе лет? 33. Клево. Ты с женой? Как тебя зовут? Анеля. Вау. Сколько вы вместе? Кто-то помнит вообще из вас? 5 лет. И чё, как тебе Баха 5 лет? Что это? Это не ответ? А? Девочки, ну нормально. Это же тоже дерьмовый ответ, правильно? Нормально. Почему не прекрасно, не супер, не лучше всех? Бу! Ты со мной? Баха, ты за эти 2 билета отдал месяц тренировок. У тебя осталось 13 тысяч на такси, и все. Ну, тебе нормально или... Или хорошо? Хорошо. Или отлично? Отлично. Ты такой, да, тренер? Я нормально делаю? Нормально. Или хорошо? Хорошо. Может, отлично? Отлично. Вы мне 113 тысяч не забудьте перевести завтра. Эх ты, тестостероновый качок. Ты просто... Просто отупел на своих протеинах, понимаешь? Да ничего, это вообще хорошо. Ты что-нибудь оканчивал, какой-нибудь вуз? Куник, например. Это колену. Казгу тоже, да? На кого? Юрист. Даррен, там дальше у тебя ничего хорошего впереди. И у Алена, и у Даррена. Юрист. Чисто юридически вы меня не засудите за эти упражнения. Не, класс, давайте похлопаем ребятам. Спасибо большое, что вы здесь. Пирожочек. Валейкум ассалам, ничего себе. У нас что сейчас начнется? Пойдем сюда. Почему ты меня к себе зовешь постоянно? Ты решил меня самсой завлечь? Мимо него самсой пройду. Он точно не стоит. Как зовут тебя? Ержан. Давайте похлопаем Ержану. Ержан. Эй, Ержан, вставай. Нет?
Держан, чем ты занимаешься? Эй, серьезно. Ты точно со мной трахаться, да, хочешь? Ержан думает, он на свидании в Тиндере. Люблю слушать твои рассказы. О работе. Ты с кем пришел? Супруга и с братом. Брата чей? Твой брат. Брат, здравствуйте. Вы прям сильно старший брат, да, кажется? Лет 80 у вас разница. Брат, нормально все? Что? Потом этот, подметите за ним. Нет, ладно, брат. Сильно не трясись, это... А кто был инициатором похода? Ержан тебя затянул в эту историю? Да? Брат, ты вообще, да, сюда не хотел? Ты взрослый, солидный мужчина, да? Но за Самсой черта младшего послал, правильно? Енді тамақ болмайды ма? Давай, Ержанчик, сбегай мне за Самсой. Как в школе ты бегал, давай вот сейчас. А сколько с разницей в возрасте? 5 лет? 5 лет? Что было за эти 5 лет? Что произошло? Какая-то пропасть между вами, а не 5 лет. Вау. Или как говорит Аружан, 10 лет, правильно? Жена Ержана, здравствуйте. Как вас зовут? Айман. Аймана? Ну, Бог тебе судья. Аймана. Не Айман. Не Айман я! Вот это, да? Когда Анель, Анель, да? Аймана. Хорошо. Аймана. Ты в курсе, что ты Айман, по идее, казахша? Айман. Аймана джок, по идее. Сколько вы с Ержаном? С Ержаной. Он, наверное, Ержана. Ты Аймана. Брат брата. Сколько вместе? А? 20 лет? А, 11 лет. Хорошо. Слава Богу, 11 лет. Супер. Это был 2013 год. Да? Или, Аружан, какой для тебя? Для Аружан 17-й год шел. Вы где познакомились? Тиндера не было тогда. Мой мир? Вот это в агенте он тебя... Аружан, я тебе потом расскажу, что такое мой мир. Ты охренеешь, там был будильник, чтобы разбудить человека. Вау. Ну, Даниар помнит, да, эти... Даниар еще в цвет ICQ оделся. Это... Ту-дун, да. Лева, 11 лет. А, как вы познакомились, Ержан? А? Тюз имени САС ХБК. Ты меня что решил? Меня русский алфавит швырнуть, что ли, или что? Тюз имени Ха ЖКХ. КСК ПТХ УБТ. Ёпрсте, вот так я когда ее увидел, сказал. Вы где-то вместе учились, сидели в тюрьме, что за меня? Брат-то твой точно сидел, потому что... За 5 лет так постареть нереально вообще. Брат, ты возьми самсовую диету у него. Это, кажется, работает на молодость, вообще влияет. Ержан, а тебе сколько? 36. А брату 41. Кризис 40 просто так не прошел, да? 42?
Тебе 36. И тоже, да, 5 лет разница. Вы у нее математику проходили? Какая-то школа, да, крутая, когда в Алмате. Как клево, Ержан. Так, где познакомились? Что такое МХАТ имени ХЭТ, ХБТ? ЖБТ, УБТ, что это? Чего? Это пересечение двух улиц, правильно? Что там стоит на Шаляпина Алтынсарин? Театр. Ты познакомился в театре? Как ты познакомился в театре? В театре надо молчать и слушать театр. Или ты сказал Аймана? Аймана! Будем знакомы, Ержана. Клево. Нет, давайте, ребята, похлопаем. Спасибо большое, что вы здесь. Ты, брат, один, да, пришел вот рядом? Че, грустно? Пощекотать тебя, что сделать? Как зовут тебя? Агалар. Чем ты занимаешься? Убивал людей позавчера, Агалар. Агалар, вас должно быть несколько человек. Агалар — это Ержан с турдулетом, Агалар. А ты один пришел. Когда Агалар один не может быть? Ты ага получаешься, брат. Ты Агалар ага, да? Агалар, чем ты занимаешься? Спецификация и прошивка китайских авто... А? Русификация. Агалар? Русификация занимается. Китайских автомобилей. Ни Серега, ни Антон. А Агалар такой, я ща на русский сделаю я вообще. Не, клево, давайте Агалару похлопаем. Агалар. Специально ради... Рядом с тобой 4 девчонок посадили, да? Вы вместе 4? Или ты с ними? Я с ними. Ты с ними, Агалар? Агалар говорит, я с ними, не, я один. Я с ними, но я один. Как это, ты с ними, но один, это как? Сидишь с ними, Агалар. Ты сильно, да, в русском языке зашарил, да, уже чисто? Девочки, здравствуйте. Вы 4 вместе. Вы чем занимаетесь? НЛ, Мэри Кей, что у вас? Лестница успеха, сапфировая звезда. Кто? Сейчас вы мне пихнете. Курсы по похудению. Что? Что у вас? У вас какое-то, ну, вас что-то объединяет. У вас дети ходят на хоккей, вот это, да? В садике. Вы в общем чате в подъезде, да? Орете друг на друга. Кто поставил коляску за 42-я квартира? Ну, привет. Как зовут? Ай, слон, чем занимаешься? Главный бухгалтер. Какая херня. Главный бухгалтер. Вы все бухгалтера, что ли? А вы 3 не главных бухгалтера. Вы 2 бухгалтера, ты подбухгалтер, правильно? Иерархия до главного бухгалтера. Клево. Вы как дружите? Со школы? Вы вместе учились? Да вы чё? Чё за школа это была? Там с математикой как было? Как у Аружан? Или... Клёво. Девочки, как классно. Вы в 2004-м... Вы одноклассницы? Класс. Айсулу, рядом с Айсулу, здравствуйте. Как зовут? Динара. Чем занимаешься? Детский игровой центр. Какой? Kids Club. Таких как будто дохрена. Нет, Kids Club? Это все открываются и называют Kids Club. Нет? Kids Club где он находится? Форум. ТРЦ Форум. Кто-то знает Kids Club? Похлопайте. Если ваш там ребенок упал, вот к ней это. Динара. Вас как зовут? Лейла. Ты что делаешь? Лейла, ну надо было подготовиться за 1.5 часа уже к ответу. Господи, я же ничего неожиданно не спрашиваю. Типа, какой размер ноги, чтоб ты... Что происходит? Я готов отвечать, чем занимаюсь. Какой? Клинический психолог. В смысле, у тебя диагноз такой? Что это такое? Клинический психолог — это та подруга, которая вас достает. Сейчас мы разберемся, абьюзер он у тебя или не абьюзер. Лейла, ты же не знаешь, я клинический психолог.
Клинический психолог? Это что, ты в клинике работаешь психологом? Да. Психологом, не психиатром. Психологом в клинике. Кто-то идет к психологу в клинику? Не, на, не домой? В государственную клинику через домумед записывается к психологу? Да? В клинике людям самим всем психолог нужен в государственной клинике. Ты им придешь, скажешь, у меня не закрытый гештальт. Тебе скажут, у меня не закрытые кредиты. Давай. Свалил нахрен отсюда со своими проблемами. Господи, сколько стоит консультация клинического психолога? 40 тысяч. Час? 40 тысяч. Что мы получим за 40 тысяч? Кабинет, правильно? Белые стены. Дерьмовое настроение, правильно? Мы придем. Рядом с тобой сидит помощница, которая печатает бесконечно. Заходили в поликлинику, там сидит врач, и рядом сидит. Чего она печатает? Чего она хочет напечатать вообще? Книгу «Война и мир» переписывает. Клинический психолог в какой больнице? Чтобы мы случайно туда не попали, Лейла, ну-ка. Ну-ка забредем. Ты только учишься. Лейла, ты в 2004-м школу закончила. Учеба затянулась, кажется. Маружан 4 года назад закончил, 8 лет работает. Это... Лейла такая, я только учусь. 20 лет. А, подожди, ты говоришь, я только учусь, а 40 тысяч за час берешь, правильно? Хорошо, Лейла, где ты учишься? В Туране? Есть в зале человек, которому сильно охота к психологу из Турана прийти в поликлинику. Бабки сидят на ФГДС. И ты сидишь с проблемами. Сейчас, наверное, Лейла Апа поможет мне. Она себе помочь не может в жизни, но... Меня наверняка спасет вообще. Лейла? Лейла? В Туране? Как ты выбрала Туран? По отзывам в 2GIS, как ты выбрала Туран? Все пишут, блин, столовка, отпад, вот так, что? Как ты выбрал Туран? Дешево? А? Удобная локация. Ты ресторан или высшее образование выбираешь? Что происходит? Лейла такая, я хочу быть клиническим психологом. Но возле дома, правильно? Так. Ага, ребенка в сад вот по пути оставляю. И как раз через дом в Туран захожу. Там как раз хлебопекарня классная. Назад буду идти с батоном. Выбрала Туран из-за того, что это удобная локация. Лейла, а как ты будешь клиническим психологом? А поликлиника тоже рядом с домом? Да? Ты вообще в первый раз в город выехала, да, сейчас? Я за свой квадратный километр не уходила никогда. Нифига себе. 35-я школа на территории находится? Ну ты посмотри вообще, как люди живут в целом. Вон Даниар, смотри, носит говно футболку. Нормально? Классно, Лейла. Лейла, а ты замужем? Да? Сколько лет? 14 лет. Давайте похлопаем. 14 лет. И ты через 14 лет брака решила стать психологом. Что случилось в прошлом году? Расскажи, пожалуйста. В Туран еще пойти. А дети? Дети поддержали. В смысле, есть они или дети во дворе тебя поддержали? Мимо детской площадки проходила. Ребенок на качельке такой, Лейла, удачи! Я с тобой. Да дети? Сколько? Четверо тоже? Ты жена Даниэра, что ли? Что происходит? Вау. Вас вперед посадили по какой-то льготной программе. Четыре родила, садись на первый ряд или что?
Вау. Видишь, Даниэр, она четверых родила, муж ее сюда отправил. Твоя четверых родила, ты такой, дома посиди еще. Девочки, мальчики у тебя в целом? Две девочки, два мальчика. Подожди, сколько вы лет? 14 лет. Да, вместе? Замужем. 14 лет, четверо детей. Ага. Да, братан, выходи, сам общайся тогда. Умный, сидел, ждал. Куда? Сейчас вставлю. Блин, про бананы уже сказали мою шутку. Клево, молодец, ну удачи тебе. Давайте похлопаем Лейле, она молодец. Слушай, четверо детей, ты поэтому, да, только учишься, да? Четверо детей — это что такое? Это когда помыла жопу первому, второму, третьему, четвертому, только закончил четвертому, первая опять грязная жопа, правильно? Себе жопу не успеваю помыть, если что. Вау, четверо детей, это же, ну... Да? Это просто... Ну, ты молодец. Ну, только пособие платят тебе? Сколько? 59 тысяч? Охеренно. Тебе вот как раз хватило на обучение в Туране, правильно, 59 тысяч? А может, ты на психолога пошла, чтобы внутренние какие-то проблемы закрыть? Вау. Ты когда последний раз спала? Лет 40 назад? Когда ты спала последний раз? Четверо детей. А вас как зовут? Адина. Ты самая серьезная среди них, правильно, Адина? Чем ты занимаешься? С подростками работаешь? Класс. С какими? С ее четырьмя детьми? Что? С какими подростками ты работаешь? Школьниками. И как с ним? Поэтому, да, ты вообще не улыбаешься, правильно? Тебя один. С подростком в какой школе? В частной школе с подростками. Как называется частная школа? Хэлли Берри? А? Чего вы там, Хэлли Берри? Вы не знаете Хэлли Берри. Автобус вообще думает, что это актриса американская. Savage as they come.